День студенчества в Ульяновске отметили на площадке Дома молодых. За круглым столом собрались инициативные юноши и девушки, ученики колледжей и вузов региона. Каждым движет любознательное желание раскрыть свой потенциал. В реализации идей помогают конкурсы и тематические фестивали, работа с творческими проектами. На нашей территории региона находится 38 тысяч студентов. Студенты у нас очень активны. Это основная наша аудитория, нашего министерства для развития, для проектов, для реализации наших направлений. Сегодня прозвучало очень много инициатив от молодежи. В частности, студенты СПО предложили сделать туристический слет большой летний, провести бал губернаторский. И даже этим возможности студентов не ограничиваются, а молодежь представляет Ульяновскую область на всероссийских площадках. На тематической встрече подвели итоги молодежного проекта «Твой ход». Денис Димитрюк участвовал сразу в двух сезонах конкурса. На родину студент УГТУ привез не только багаж опыта и новых знаний, но и победу. Каждый год «Твой ход» меняет свою концепцию в лучшую сторону. То есть «Твой ход» постоянно развивается, это очень радует. На момент 2022 года было несколько направлений, это «Определяю, создаю и делаю», я участвовал в направлении «Создаю». А вот в 2023 году была другая концепция. Было всего два направления «Определяю», это прохождение опросов, исследований и «Делаю». Какие задумки еще хотелось бы реализовать, студенты озвучили главе региона. Алексей Русских поздравил молодежь с праздником. Из пожеланий – всегда следовать зову сердца, не бояться экспериментировать и всесторонне развиваться. В этом поможет уже действующая инфраструктура, поддержка со стороны правительства. Знаменательно, что мы встречаемся с Домом молодых, который мы недавно открыли. Это уникальная подстанция, где есть все необходимое для того, чтобы проводить различного рода мероприятия, проводить встречи, реализовывать свои идеи. Губернатор добавил, это первый Дом молодых в Ульяновской области. На очереди строительство аналогичной творческой площадки в Димитровграде, а также в районных центрах. Открытие своего рода точек притяжения для активной молодежи стало возможным благодаря нацпроекту образования. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.